подгонка критериев. Это ошибка сродни переопределению, но достигается она не изменением объема понятия, а тех критериев, по которым обсуждаемое понятие относится к той или иной категории. Рассказывают, как некий человек пришел к психиатру с жалобой на то, что он зомби, что он, мол, движется, разговаривает, все прочее делает, как живой, но на самом деле мертв. Никакие рациональные доводы не помогали. И тогда врач предложил проверочный эксперимент. «Скажите», — спросил он, — «мертвые кровоточат?» «Нет, кровоточить могут только живые», — был ответ. Врач тут же протер палец пациента спиртовым тампоном, ткнул в него ланцетом, и из прокола стала сочиться кровь. «Ну что?» — торжествующе спросил он. «Кровь течет?» — «Течет», — согласился пациент. «И какой же из этого можем сделать вывод?» «Вы меня переубедили, доктор. Вывод очевиден. Мертвые кровоточат». Этот трюк, пожалуй, один из самых популярных среди атеистов, когда заходит разговор о происхождении Вселенной, жизни или сознания, или когда приходится сталкиваться со свидетельствами разумного замысла в природе. Ну, например, что будет означать, если в сигнале, полученном радиотелескопами системы поиска внеземных цивилизаций, будет обнаружена некая закодированная программа? О, это станет доказательством того, что данный сигнал исходит из разумного источника. Только сознание может породить информацию. Что же означает факт, что в молекуле ДНК всех живых организмов содержатся закодированные программы? Ничего не значит. Все возникло само по себе путем эволюции. Происхождение информации не требует вмешательства разума и оправдана премудрость всеми чадами ее.